Ребята, у нас 1200 монет. Что-нибудь купим для машинки, давайте турбо улучшим. Так, о, как раз мы два раза, ребята, улучшили турбо. И давайте погнали, погнали на этой машинке. Посмотрим, далеко ли сможем уехать. Надо будет еще этой машинке обязательно прокачать колеса. Чтобы она была, колесики с шипами. Сейчас попробуем, куда проедем. Если далеко проедем, то обязательно мы прокачаем колеса. Вот такая тачка у нас, ребятушки. Быстрая. Ну как, относительно быстрая, еще пока не быстрая. Надо ее прокачивать еще. Так, ну мы попробуем, ребята, вот этого велосипедиста уничтожить. Ах ты гад. Все, сломался. Здесь надо... Ох, я... Ё-моё, смотри. Я думал, все. А, нет, смотри, все, не могу я проехать, прикинь. Да как так? Ёлки-баталки, ребята, мы застряли. Вот это вот, что значит, большая машина, да? Да, все. Нас сейчас уничтожат. Ёлки-палки. Вот такое место. Надо разработчикам сказать, ну, ребятушки, ну, так не делается. Давайте прокачаем колеса. Так, 1100 надо будет. Угу. Не хватает у нас денег, давайте, поехали. Поехали, поехали, поехали. Я надеюсь, такого больше не будет. Косяка. Я возьму специально, вот напишу разработчикам. Чтобы они эту проблему решили все-таки. Вот это место я сделаю скриншот и напишу им, отправлю. А напишу им отзыв. Пускай меняют что-то, карту меняют или что, или машинку, чтобы она как-то меняла свое положение. Потому что так не дело, ребята. Монстр за нами бежит, а мы не можем проехать. Ой-ой-ой-ой-ой. Кому нравится эта тачка, ребят, напишите в комментариях. Она, по идее, прикольная. Ох, нифига, прикольная, да, блин, мы, ребята, перевернулись. И смотри, куда мы спрятались. А ну-ка, прикол. Смотри, монстр нас, по идее, убить не может. Если мы будем здесь сидеть, он просто нас стреляет. И ничего не происходит. Потому что мы спрятались здесь. Интересно. А будет у нас добавлено каких-нибудь очков или денег? То, что мы так спрятались и сидим. Ладно, я думаю, нужно пора выезжать. Опа! И уезжать отсюда. Наверное. Ой-ой-ой, турбо нету. Давай. Да, у нас не хватило турбо, и мы нас взорвали просто-напросто. Ах, тачка, вообще караульная тачка. Я хочу уже вот эту открыть. Классная машинка. Ну что ж, ребята, если нравится M2 Die, то ставь лайк. Поиграем Hills of Steel. Выберем Титана. Так, Титан и Джокер, ладно. Нифига себе у меня какие друзья, какие у них названия, ё-моё. Так, едем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, на. Так, вот этого сейчас еще раз его. На, получай, у меня тут много выстрелов. Ух ты, тихо. Уничтожил гад меня. Давай, дружбан, аккуратненько. Меня уничтожили только что, к сожалению. Возможно, мы и проиграем. О, у него уже, смотри, здоровья мало. Да, ребята. Так ты еще стоишь, так неудобно. Все, взорвали. Да. Нам еще отнимают какие-то очки. А давайте еще раз попробуем сразиться. Давайте я выберу зелененький цвет. Классический. Чтоб они думали, что я обычный танк. А, красный, ну ладно. Два титана. Хорошо. Сейчас они будут идти. Ты бы туда не шел бы. Так близко. Вот, видишь, получил по шапке.
Ух ты! Все. Нифига, нифига, нифига. Моего друга уничтожили. Ладно. Есть. Так, тихо, давай, едь сюда. Едь сюда, друг. Я щелкнул его. Получилось. Победили мы. Звездочку получили. Давайте откроем сундучок, посмотрим, что в сундуке. А в сундуке мы улучшили баллисту. А, кобра, ремонтный комплект мы улучшили. Ох, как хорошо. Как хорошо. Давайте еще раз сделаем. А почему? А, мы на кобре только улучшили. А, джокер давайте повысим. Во. Джокер у нас помощнее. И кобру. Давайте кобру улучшим. Так, а что у нас здесь? Ремонтный комплект. Мы выбили его. Ладно, давай попробуем на кобре. У них тоже, смотри, две кобры. А у нас кто? Ой, какой хороший левиафан. Ну давай. Поехали. У меня кобра слабая, конечно, пока что. Опа, есть, я попал. Я попал, хорошо. О, они подлечились, смотри. Ладно, посмотрим, кто кого еще здесь, а? Есть. Так, давайте подлечимся быстренько. О, где ты там, чувак? Он спрятался, что ли? А, нет, идет. Сейчас мы тебя щелкнем. Еще один ударчик, и все. Готов, готов. Победили мы, ребята, победа. Так, ну что, поехали. Так, новый челлендж. Опа, ага, не хватает. Давай переиграем, попробуем. Вот так вот, ага. Здесь вперед. А, как надо было? Вниз просто, да, ехать? Батюшки свет. А как я тут вниз-то проеду? Блин, а как я здесь проеду-то, реально? А, ну получилось. Слушай. Ну, достаточно тяжело, конечно. Ох, колючек сколько много. Так, стоп было написано, блин. Было написано стоп. Понял. Стоп, так стоп. Ай, мы даже до стопа не доехали. Вот, теперь по этим штукам нужно проехать. 60 секунд. Нет, надо, короче, за 24 все это успеть. За 24 секунды? Вы серьезно? Ребята. За 24 секунды? Оп ты, ё-моё. Так, это мне не засчитается, да? Во! Так, 23 уже секунды. Ах ты, ё-моё. Здесь надо с ускорением, получается. Так, здесь ускорились и здесь. Опля! Нифига! А как тогда? Как тогда здесь это победить? О, нормально. Я тут перепрыгиваем и... Стоп. Все, поехали. Опа, 50 секунд. Да, я вообще ни во что не вошел. Ни в одну эту самую. Ни в один временной промежуток. Оп. Ой-ой-ой. Чуть-чуть. Есть. Так, 20 секундочек, ребята, у нас осталось. 20 секундочек каких-то вонючих. Оп. Все, едем. Ох, 31 секунда. Блин, одну секунду меньше. Так, ребята, продолжаем играть в Brawl Stars. Я давненько не играл уже. Так, смотри, какой робот со мной прикольный. Так, его он еще давай возьмем. Вот этот сундучок. О. И пойдем куда-нибудь. Не знаю куда. Ну давай прямо пойдем сюда.
Сейчас посмотрим, что здесь есть. А здесь никого нету, да? Так, 4 команды осталось. О, вот этих надо. Так, вот этого я сейчас буду щелкать. На тебе. Так, моего напарника уничтожили. Ой-о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 й
есть. Есть. Так, а ну-ка, вонючка. Все, убил. А, еще один остался. Кто там такой? А, она за мной идет, а я думал, что это мой напарник. О, хорошо. Я думал, это мой напарник шел за мной. Хорошо, что я его выследил, конечно же, и уничтожил. Так, ну что, поиск противника. С кем я буду сейчас сражаться, посмотрим. Ретро-лоид, трактор веселый. А, веселая лодка? Что, серьезно, что ли? Вторжение инопланетян. Полетели, полетели. Опа! Ух ты, два раза. И я еще щелкнулся. Ух ты, красному. Красный проиграл. Да. Опа. Так, я чуть-чуть. Сейчас бы щелкнулся. На тебе. Еще один ударчик. Давай, 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 давай. О, опасно, опасно. Кто щелкнется? Тихо, 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 тихо. Коробочка еще какая-то там. Бомбочки, бомбочки, бомбочки. А, мне прям по голове бомбочкой ударило. Такс, факс. Опа. Нет. Ух, хорошо, что... А, ну, лодка, она, в принципе, несложная. Опа. Выиграли победа. За нами победа. Так, ну что, давайте попробуем взорвать этот танк. Так, огонь. О! Мимо, мимо, мимо. Хорошо. Сейчас попробуем поближе подъехать. О, он тоже мимо. Ох, нифига у него там стреляет чем. Так, вот все, я сейчас напрямую сейчас подъеду. Так, должен теперь на него попасть. О, есть попадание. Да, ну мне сейчас будет нелегко. Смотри, куда он подъехал. Ах ты гад, смотри. А, нет, мимо. Промахнулся. О, что-то привезли. Давайте посмотрим. Ух ты, вот это супер удар. Слушай. Ну давай отсюда вот так вот стрельнем в него. Огонь. Хорош. Так, приближается. Прям ко мне очень близко. Ой-ой-ой-ой, прям меня стрельнул. Смотри, так у меня три бомбочки есть. Ну, сейчас мы их... Вот так вот, я думаю. Думаю, попадем сейчас. Да. Угу, попали, конечно. Мимо. Эх, надо поближе подъехать, я думаю. Все дело в том, что я слишком далеко стою. Ух ты, попадание небольшое. Небольшое попадание. Так, а что здесь так медленно едет? А, все, бензин закончился. Ладно, на, держи, вот так вот я тебе сейчас стрельну в тебя. Ух ты, прямое попадание даже. А, тут заморозка. На заморозку я подъехал. Так. Оп. Что-то мне дали, непонятно что. О, здесь заморозка, здесь очень тяжело двигаться. Ладно, давай сейчас вот так. О, в принципе, попаду сейчас в тебя. Есть, 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 есть. Еще немножко осталось. Пару ударчиков. Что-то он задумал, подъехал близко. Так, мимо. Так, авиаудар у меня есть. Ну, давай. Блин, вообще не так. Не-не. Вообще совсем не близко. Хорошо. А, в корову попал. В корову-то за что? В корову-то ты за что попал? Так, давайте поближе подъедем. Во!
Так, а что это у меня? Так, развернись, пожалуйста. Во. Давай, вот так. О, отлично. Ох ты, он и меня пострелял, представляешь, самолет этот. Гад вообще, он и меня уничтожил тоже. Блин, ну ладно. Да, к сожалению...